falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turned brown, and we could be together, baby, long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Всем привет, дорогие друзья! Продолжается матч в сетке лузеров CS Int, которые играли только что против Foxhound и Весна из Back команды, которые не знаю против кого играли. Все вроде у нас отлично. Я тебя не слышу, Артем, в скайпе. Включи микрофон. Вот в скайпе я включу. Отлично. А, привет, Артём, с нами. Артём, что был с нами всегда. Да. Он вернулся. Все круто, и мы начинаем. Так, ну то и... Не знаю, связили со снегом или нет, но у нас, как минимум, у нас в городе проезд теперь стоит дороже. Это такая небольшая... Проезд? А, и почему? Да. На маршрутке. 15 рублей, а стоил 14. А у нас 16 стоит проезд на маршрутке. А, ну, нам не везет. Ой, у нас такие... Сразу моментально все произошло. На SkyRusMod моментально тоже. Так, сейчас я пока чуть-чуть... ...контакты, новости. Огр-мага цепанули сразу. Кентавра сразу забрала тоже весна. И второй пик у CS Int. Ким Squad International. И что же это будет? Ну а что это будет? Это будет... Это будет практически... в рот кинг. Скай в рот маг и в рот кинг. Вообще.
Отличная связка. Это будет, наверное, в рот King Support, мне кажется. Ну да, интересно сказать, что в прошлой игре весна использовали ту же связку саппорт. SkyMak и Rise King. То есть весна пикали то же самое. А против них как раз таки черная лошадь использовали Угрмак. На кента не было. Ну вот, спектра сразу забанили, ребята известные. Ну, мне нравится ему этот герой, на самом деле, один из сильных керри. Много ему времени, правда, нужно. Ну, да. То есть это не такой, не резкий керри, ну и... Нет, ну, по крайней мере, я хочу единственное что сказать, что будет обидно, что либо одна, либо вторая команда вылетит, потому что две команды сильные, как бы просто, ну, весне попался тоже такой сильный противник. Ну, а CS International играли просто такую игру, очень интересную, почти часовую, можете посмотреть в группе ВКонтакте, там и рапира была, и все было. Вот. Они играли, ну, просто такую игру, где, так сказать, ну, чтобы на удачу. Ну, они там могли выиграть. Немножечко они не доиграли, и получился... Я же говорю, не повезло, то есть. Камбэк был. Не значит, что они слабее этой команды. Если бы они сыграли, может быть, в следующий раз, то результат был совсем другой. Не, ну, понятное дело, но этот турнир тут, как бы, ну, тем более BO1, нет особо времени, чтобы... Ну да, раздумывать или ошибаться. Одна ошибка может привести вот так вот. Не, ну понимаешь, это вот так, в таком моменте игры заключается профессионализм команды, то есть там, которые сразу могут выйти и сыграть, это тоже своеобразный профессионализм. Команда, которая может сыграть 10 матчей к ряду, ничуть не хуже, тоже профессионализм. Смотрите, это очень интересно, тут как бы появился у нас Рубик, Когрмагу и Разор еще, то есть играть через Разора и Кентавра, тут будет очень много урона, по идее. Плазма Филд, Дабл Эйдж, Рубик, Угрмак. Такой магический урон. Есть, короче, у ребят из весны. Но тут взяли Тайда. Тайда в сложную. И сейчас должны, наверное, брать... Ну, да, ух ты, Кэрри Лайфстиллер. А это интересно, на этом интересно посмотреть. Ну, знаешь, с другой стороны, здесь есть Разор, который... ну, не знаю, Лайфстиллер здесь можно будет кайтить. При желании. Не, можно будет, да, конечно, есть Разор, это, ну, считается контрпиком против Лайфстиллера, Разор и Бэйн, в принципе, они хорошо кайтят этого пацана, то есть как-то цепляют, высасывают дэмэдж, отбирают дэмэдж, забанили в шторма, не хотят играть, не хочет весна играть против шторма. Но потому что шторм в прошлый... В прошлой игре Шторм сделал игру просто против весны, и Шторм там убивал всю весну в соло, он там рампейдж сделал. Может, поэтому весна его и забанила. Ну, смотри, тут сейчас должны пойти... Ну да, Кэрри должны брать, весна, и мне интересно, что это будет за Кэрри. Был забанен Сларк и с Интами, но... Не знаю, мне кажется все-таки, что Разор должен быть в миде, а Кэрри сейчас нужно взять. Ну, посмотрим, какой-то может быть керри, наверное, какой-нибудь что-то, что не будет поступать Лайфстиллеру, хотя, в принципе, это читовально. Какой-нибудь такой персонаж, может быть, типа Тараблейда, который просто там прожимает иллюзии, и этого Лайфстиллера тоже может катить за счет замедления, за счет слабо ХП. То есть, как бы Лайфстиллер будет чувствовать себя плохо. Ну, посмотрим, какой-то будет пик. На самом деле, мне жутко не нравится пик у CS International. Я не знаю почему, но мне этот пик как-то... Не знаю, мне всегда интересно посмотреть на Лайфстиллера. Ну, Лайфстиллер, по-моему, не должен работать именно в таких сердцах героев, хотя, не знаю, Лайфстиллера я уже тоже давно не видел, разве что только на одном шоу-матче где-то. Ну да, это как раз пикали Ракаруки, мои любимые. Они, кстати, почему-то еще не сыграли. Ну, там чуть-чуть небольшие заминочки в играх. Там вообще творится жесть и анархия, просто потому что нужно играть и лузеров, и чтобы у винеров появлялись оппоненты, они просто так не сидели, и нужно играть и винеров, которые еще не сыграли первый раунд и так далее, и тому подобное, ну, да, и да, вообще да. Жесть. Тут небольшие проблемы, а там кого-то шлют в магазины, у кого-то дополнительные, у кого-нибудь еще что-то, и в итоге не получается, это ДК. У нас просто вот Фоксхаунд и Черная Лошадь сейчас играют второй матч уже. Какие вот
Ну Второй да, раунд. какие неприятные герои, просто увесные, разор, просто толстенный герой, ну, там, да, естественно, на какой-то стадии, не сам, ну, даже в самом начале, Dragon Knight, куча армора, кентавр, персонаж с самым большим приростом силы в игре, то есть тоже очень толстый, Угармаг довольно толстый, с регеном 3-2, плюс Рубик еще будет всем этим героям давать маг-резист, и очень-очень пик. Ну, я не знаю, будет ли тут Рубик качать маг-резист, то есть, ну, одним из первых спелов. Но одним из первых, может быть, не будет, но потом-то точно будет. И просто Кавказская мага станет на 1/4 слабее. Ну, кому-кому, а Скаймагу тут жить будет очень тяжело, то есть, если у всех остальных все в порядке, то Скаймага, мне кажется, будут фокусить, и Ну да, ну Скаймаг тут, ты беден. понимаешь, как бы у весны есть Рубик, который тоже тонкий, которому тоже там трудно как-то жить. А тут есть Скаймаг, значит, такой же тонкий, которому будет трудно жить. И три толстых героя, Лайстиллер, Тайт и поэтому Снайпер. Снайпер. Ну, это Снайпер-медиа. вот вообще интересный пик. Хотя, в принципе, я не понимаю, честно говоря, что к чему. Мне кажется, как-то Ну, сейчас... пики выиграли весна. Сейчас, ребята, ну, Зеленый. нужно драться, потому что не хочется проигрывать 500 рублей. Я думаю, никому никогда не хотелось проигрывать 500 рублей. Так, ну давай, представляй там Так, кого-нибудь. ну, я представлю КС Инт, их я уже видел. Джей Хай играет на Леорике, который в Рот Кинг сейчас. Стон Вэлли играет на Снайпере. Шефтецкий играет на Лайфстиллере. Цок-Цок играет на Тайтхантере. И Ржавый появился. Ржавый. Не было Ржавого в прошлый раз. На Скайворот Маги играет. Вот, в Рот Связка у нас есть, там в чате уже кто-то брякнул. И давай теперь твоя очередь представлять весну. Так, теперь весна is back. Life or Death играет на Разоре, Чамп играет на Dragon Knight, Ист играет на Рубике, Себастьян на Угармаге и Фанта 2H на Кентавре. Ну, так, что здесь? Нет, все у нас стандартно будет по лайнапам, я думаю. Единственное, что, ну да, ДК у нас идет в мид, Разор все-таки фармит. И что? Так, ну Огр здесь пришли с кентавром, они, может быть, драться как-то за руну. Кого-то убить не получится. Так, ну и две руны надо контролировать. Весна, тут хоста у Огра и руна богатства забрал у нас Рубик. Не знаю, почему именно Рубик, но так решили ребята. Здесь Вард у нас поставил Тайт, чтобы видеть, ну, чтобы его там не загангали, где-то сапорт так за спину не зашли. Гармак, что у нас прокачает первым, Игнайт или Фаербласт. Сегодня я смотрел Старладдер, и там ребята сказали, что Игнайт намного сильнее будет фаербласта. Ну, как бы урона, конечно, намного больше наносит. Ну, понятное дело, как бы. Он абсолютно игнорирует. Но зато стан не дает, как бы. Ну, стан не дает, но есть замедление, которое тоже может сыграть свою роль там на ранней стадии игры. Вот здесь у нас сразу интересная закупка Тайда, две гантельки, это будет урна. То есть это уже будет собирать у нас урну, это в любом случае. Не зря же он их купил. ДК у нас заготовился на быстрый ботл ему уже несется, снайпер все-таки заготовился больше на какой-то дэмэдж, даже не Не, на ну, ну, плотность. ну нужен тут ДК ботл, потому что если не продавать этого снайпера и не продавать этих крипов, то и снайпер тут, естественно, начнет выигрывать Да, будет сложно. очень в скором времени. Сейчас пока, в принципе, счет у У них нас равный. тут Тайт А вот немножечко встает в потоке. Тайду тут будет не так уж легко. Есть телекинез, есть стан А смотри, тут. как его слабо Да, пробивает. ну как слабо. То Вот есть так. его, конечно, не убьют, но. Ну, Ну, смотри, было тут близко. было, да, было близко, просто не было Огрмага. Если было Огрмаг, его бы убили, конечно же. А Ну, здесь то... как-то себя совсем кентавр хорошо чувствует, что они только первый левел, но... Не, ну, кентавр будет себя чувствовать неплохо. Сейчас соберет себе Аквил Бутс, и будет у него, я думаю, все хорошо. Вот, играют... Ну, конечно, есть тут тоже станчик. Есть уже замедление у Скайворот Мага. Так, Можно... а у нас Можно его тут мучить Тайт немножечко. пришел на базу.
Ну, тут Как у сильно, тайда, да. у тайда небольшие проблемы будут. Фармит лайфстиллер. Фармит неплохо. Убивает 11 крипов, убил 9 крипов у снайпера. Ну да, сейчас снайпер, конечно, должен обгонять ДК, но ДК пошел вообще, он иллюзии взял. Ой, выход в смоках сейчас произойдет. Нету у Драгонайта стана. Но есть тут два стана уже. Но было бы три стана, точно бы, конечно, убивали этого снайпера. А у снайпера есть инфа, он просто стоит, так сказать, с правого берега А и... откуда у него инфа? Они в смоках. Ну, так саппорты это ушли. Наверное, ребята дали инфу, то, что ушли саппорты сайт. А у нас Ой-ой-ой-ой, там перед сладким временем вообще убили драгунов. кентавра, которому жилось хорошо. Не так хорошо ему, видимо, жилось. Ну, решили тут саппорты особо не залазить, Причем просто пили убили вас. вдвоем. Ну, Вот так. интересно, интересно. Но через open бунды и через еще замедление с конкассив шоту Скайман, конечно. Ну, кентавру тут тоже не стоит далеко залазить. Тоже он, видимо, не в очень хорошей позиции стоит. Ну, пока, например, оставили этого одного разора, то есть можно тут немножко пожить Тайдхантеру. О, то есть как бы так неплохо он себя должен чувствовать. Бегает, тут огры ворует экспириенс у Драгонайта. Кентаврику вообще тяжело сейчас будет. Немножечко он умер. Получил тут третий уровень уже Скайброс Маг, потому что, ну, была смерть, не было рядом этого врот Там Кинга. просто на 12 хп убегает Тайт. Ой, опять, да, его прохарасили очень сильно, блин. Ну, Тайт, мне Ну, кажется... то есть, Кракен Шилл работает. Работает неплохо. Правда, нет щитка. Ну, Кракен Шилл первого уровня, он был очень сейчас 10 дэмэджа всего. Все равно. На ранней стадии игры это не так уж и мало. Ну, Там... так, я согласен. Ну да, есть у него еще три защиты, то есть как бы... Такая у нас постоянно продувает, снайперу как-то у него мало хп, снайпер еще даже бот не Ну, нафармил, я хотя у говорю, него сейчас 14 будет у ДК крипов. ботл, снайперу будет довольно тяжело играть, но сможет, я думаю, он убивает своих крипов, потому что есть у него уже аим третьего уровня. Так, тут ребята вард Бьет он уже на 30. задевардили и пойдут сейчас на снайпера. Снайпер остается Ой-ой-ой-ой, снайперу без хп. сейчас можно даже немножко... Мало, конечно. У Огра есть 700 хп, можно, в принципе, залезть и под башню, если быстро все это сделать. Понимает, по-моему, это снайпер. А, нет, просто принес он себе что-то курой. Что он там принес себе? Принес он себе сапожок. Ну, выходить, выходить. Отлично, ну да. Ну, а почему нет Не успел, рейнджа не хватило на телекинез. Хилится ТП. хилинг флейвом. И вот сейчас будет плохо Рубику. Сейчас, хотя снайпера все равно убьют, конечно же. Пришел сюда И скелет. убьют еще А, и ой, скелета тоже Фьюри. убьют. Ой, эх, неудачный. Видишь, там Рубик с ДД. Неудачная сейф ТП, да, Рубик был все-таки с ДД. И минус 2. Весна ответили за утерянный ферст Ну блад. и у ДК уже 1000 голды. Ой, смотри, отогнали тут кентавра, разрушили вышку и загнали кентавра. Очень больно, Аркана Болт. И умер кентавр тоже. Ну, еще один килл для Скаймага, да? Да, у Скаймага уже два убийства, четвертый левел, у него 700 голды. Нет, Я я не знаю... считаю, что это отлично для Скаймага, Так, хорошо, ну, потому я что... немножечко не понял, честно говоря, почему не прожали глиф, ребят. Не То есть, знаю. как он был откдешился, ну, при сносе Т1 теперь глиф сразу моментально кдешится, но ребята не прожали, не Ну, задержали. профукали, наверное. Ну, просто как бы лайфстиллер фармит, и смотри, у него есть косарь голды, уже и есть фейзы, и сейчас будет арканки будут у Скайброс Мага. Это хорошо, это хорошо. Мне очень нравится, что Лайстиллер не сформил себе Мидас. Потому что он Да, сразу нет, пошел ну пилоу. лайфстиллеру Мидас это такое себе, я не знаю. Но это популярный сервер, Ну, чувак. популярно, чтобы потом, типа, выжать А что-то. тут ребята у нас выходят в мид, но это как будто бить очень сложно. Не, ну у ДК, ну, конечно, у него на один всего промакшена Смотри, третья как его пассивочка. снайпер пробивает. Почти не пробивает даже. Ну, у снайпера, ну, в принципе, у снайпера Лорик, есть там все. кассив шот, а теперь нужен стан. Но есть аркан болты, Закидывать же нужен стан стан от Леорика. и Ой, и все. прибежали сюда Рубики. Рубики прибежали и убьют. Вот Убили так. просто птицу. Но теперь у птицы, конечно, не так скоро будут аркан сапоги. Я думал то, что вот сейчас уже еще чуть-чуть, еще немножко. Но не получилось. И форма Так, есть у у нас ДК. уходит кентавр в лес, я так думаю, понимаешь, что ему там на боте ловить нечего, там будут убивать. Сейчас он сделает здесь себе отвод и будет фармить. Правда, нет у него пассивочки, но, Ну, по-моему, его дабл это... эйджем, наверное, будет фармить. Ну да, и... Ой.
Офигенно, у него неплохое. Только единственное, что, по-моему, нужно выложить транквилы. Ну так, наверное, нет, не так не будет делать. А почему он так не будет делать, я не знаю. Да, там у нас в миде тем временем убивает снайпера. Да. Есть еще Леорик, но Леорик здесь не выйдет. Снайпер же умирает в какой там раз? Во второй? Ну да, два. Что, а у ДК... Погиб. У снайпера 0-2, а у ДК 2-0. То есть, ну ДК сейчас уже... очень хорошо выигрывает. У него батл ПТ, то есть обусит он еще баночку, таскает он ее курьером. Рейсер, да, то есть там барабаны будут в скором времени уже. Ластилер себе тоже несет. А, нет, все-таки Ластилер себе несет рецептная Мидас. Несет, да? Ну, да. Ну ладно, Мидас после фейзов пойдет. Ну, может быть, что-то еще он ему выформит, но есть хотя бы у него какой-то начальный урон. Может, быть... Нет, но здесь ДК очень сложно убить. С ПТ у него куча армора. Да, куча ну нет, это бредово сейчас убивать уже ДК. Регента. Тем более в форме с такой скоростью, то есть он сейчас сам кого хочет. Снайпер вообще не пробивает там. Оставили одного тут Разора, получает он хорошую экспу, седьмой, уже почти восьмой у него уровень. У Тайда шестой, ну, в принципе, не так все плохо и у Тайда. Собрал он Аркан Бутс, убил он 20 крипов. Ну, Разор, конечно, убил 40, но это ладно. Тайда тут оставили. Ой, на Тайда выходят саппорт, не особо надолго оставили. Увидели, я так понимаю, да? У Тайда есть инфа, Тайда начинает отходить. Вот, правильно, да, увидели тут саппортов, догадались или увидели. Теперь можно попробовать как-то подпушить тут. Может, я думаю, ДК уже должен был сюда стягиваться. Хотя у него нет формы, нет. Команды, наверное, знают друг друга, переписываются они друг с другом, немножко пытаются друг друга задеть как-то, ну, подколоть, что ли. Ну, тут больше пока, да, распинается Тайд. Если у нас Мидас, фейзы, все у него очень даже хорошо. 59 крипов, отлично он фармит. ДК в миде фармит, ну, не так хорошо, но за счет двух киллов все-таки ничем не хуже он этого... Практически, да, сейчас посмотрим по Нетворсу, ну, там, нет, все-таки Ластилер обгоняет на 50 голды. И Ластилер на Нетворсе будет расти и расти за счет Мидаса, экспа и уровни будут появляться быстро. Ну, главное, я думал, что, ой, ее там 3 хп остается у нас у Кента. Фармили ребята Эншентов. Кент дергает судьбу за яйца. Ой, очень много здесь будет зависеть от Рубика, мне кажется. Рубик... Если он сворует Ravage или какой-нибудь, не знаю, хотя бы какой-нибудь стан или... А, не, ну знаю, если вот тут что-то воровать, можно своровать Тайда, Ravage, ну да, тут ты сказал. Можно своровать какой-нибудь ульт Skyward Мага, ну есть, что тут украсть. Смотри, Рубик и Огры Маг два неразлучных друга, они всегда вместе. Ну они, во-первых, всегда вместе, во-вторых, они очень активно бегают по карте, перемещаются. Есть такая возможность, хорошо чувствуют их ребята на лайнах себя. Вот, то есть можно кого-то оставить, кому-то прийти, барабаны у Драгонайта появляются тем временем. Теперь у него вообще все неплохо. Восьмой уровень имею, барабаны имею, 41 крип убил. Ну и скоро барабаны, у нас Ластилер тут выходит, палится, ну... Ой-ой-ой-ой-ой, а ну нет, все равно даггера его не зацепить, есть у него рейдж. Ну там у него рейдж, да, в любом случае, хотя есть замедление и... Ну почему кентавр не прожмет ульт? А, кстати, а у него есть ульт? У него есть ульт. А почему, да, можно было прожать ульт, пытаться убить Ластилера? У нас тем временем разменивают Разора на Леорика, на топе. Это очень плохо для... Да, это такой себе размен. Хотя, в принципе, Разор даже Меку прожал. Я не знаю, честно говоря, как кого-то мы умудрились убить. Разора с Мекой, с Базилкой. Очень интересно. Да, 10 защиты у него уже. Такая прожал у нас форма, но... Такое. Сейчас буду чуть тут подпушивать, я думаю, пробовать. Саппорты, я думаю, должны уже стягиваться на топ. Оставлять здесь Кента. Кента здесь вообще оставили одного. Он сейчас себе попробует нанести, может, быстрее даггер. Снайпера тоже оставили в миде, снайпер фармит. А что, снайпер фармит себе третью в рейсбенд. Интересный такой закуп, три рейсбенда, но... Не знаю, насколько он хорош. У Тайда, в принципе, все тоже неплохо. Арканы, 1000 голды, не знаю, будет ли он покупать урну или даггер. Ну... Попробует. Нет, ну здесь ребята подпушивают, да. Да. Топ падает, ДК забирает тавер. Били башенку, да. А снайпер что, третью масочку фармит? Нет. Ну как. А, ну да, он ее купит, ты прав. Да, снайпер решил быть пожирнее почему-то, может быть, потом Маднес сразу соберет. Демеджа больше. Ну, как бы.
получается плюс 18 дэмэджа, но еще там несколько. А, нет, даже больше, чем 18. Ну смотри, очень быстро у Властелера появляются барабаны. Зашли тут на петуха. Петуха сейчас, конечно, быстро очень убьют, да, очень. Ой-ой-ой, успели, как побить, он успел больно огра. Один в один. Ну, сейчас можно еще попробовать забрать. Нет, не можно настрелять кому-нибудь. Ой-ой-ой, а зачем он влез? А, у него есть перерождение, есть полные стики. Стики, останутся. А зачем? Ну, ой, а сейчас. Нет, а сейчас двоем. Тупанули, сейчас Разора убьют тоже. Разора Мека, ну почему же ты. Нет, успел прожать он Меку, но все равно он умер. Дека не стал рисковать, не отстанил все. Не и... очень сейчас хорошо подралась весна вот здесь, вот как-то, не знаю, саппорты совсем обнаглели, привыкли, что все им дается, и вот потеряли Разору. Разор фармил, на топе умер, потом пришел Мид, снова умер. И... ну да, то есть дела у Разора складываются не очень хорошо пока. Здесь Драгонформы будут ребята пушить. Не, ну а что, ну тут, то есть у башни тут у нее 100 с чем-то хп, и можно ее очень быстро забрать. На дефать будет сложно, хотя в принципе здесь всего трое игроков весны, и можно попробовать. Да, нет, решили не дефать. Ну и за счет... ну сейчас драться за эту башню, ее все равно заберут. Ой, снайпер Мидас купил, вот как. По Мидасу, то есть ребята будут так уходить постепенно. Ну да, то есть сейчас затягивать не вариант весне, даже там если не будут. Там практически даггер у Кента. Даггер у Кента это уже неплохо, сейчас весна сможет хорошо драться, Кентавр с даггером, да. Серьезно. Можно просто ходить троем, Рубик, Угрмак, Кент. Да, и... за счет этих двух таверов, которые был в миди и на топе, конечно, очень быстро... Так, интересно, Драгонайт будет мутить все БКБ, я думаю? Да, я думаю, что тоже БКБ и пауза. БКБ и пауза. Угу. А, ну чуть пролагнуло там. Бывает. Ничего страшного. А если вернуться дальше фармить, вообще никуда не вылазит с бота, то в леса, то на лайн, то снова в леса. Никто его здесь не гангает, хорошо он себя чувствует. А почему он крипа не добил? Кент, у Кента уже наконец-таки есть даггер. Я думаю, сейчас Кент просто прилетит в мид или на бот, и здесь ребята прожмут смоки, которых нету. Но они есть у Кента, вот. И сейчас прожмут смоки, пойдут на Ластера в лес. Ну-ка. Тут еще ДК, вот. Сейчас он на инвизе может прочекать. Вард кончается. Да, сейчас должны... догадается, ну да, кстати, он вроде догадывается, да, прячется. Мне кажется, ДК спалился просто тем, что взял руну и сразу же ее прожал. Ему нужно было куда-то уйти, вот туда. Вот тогда Ластелер понял, что на него выфиль. Вообще Ластелер может сейчас нажимать ТП и идти на топ. Но ну здесь да. Ребята тем временем видят противников в миди и... ну выходят да, туда. Собираются идти сейчас в мид. Сейчас может подстрять у нас Леорик. Леорика пропадает, смоги понимают, он где-то здесь команда врага и... Ластелер телепортируется на мид. Лайфстиллер телепортируется на мид, сейчас будет тоже наваливать, смотри, кентавр сейчас снайпер убьет, Лайфстиллер пошел драться с Драгонайтом, очень целесообразно, очень нужно много урона на ноги. Помощь, разорвался. Ну и Рубик просто потрясающе сыграл, сворвал он Реведж. Ой-ой, еще цепляют снайпер, это минус снайпер, цепляют... А что так неаккуратно? Зачем Лайфстиллер бежит сверху по мосту бежал. Тогда уже были практически деньги на даггер, но он просто подошел и все. Это еще получилось, что маны не было у Рубика, да? Маны не было у Рубика, но у Рубика уже скоро будет даггер, и воровать реведжи ему будет куда проще. То есть ему как бы реведж прожат, он сразу блинкается, то есть не будет подставляться под него. Смотри, решили Рошана забрать ребятки быстренько. Правильно все, есть Мека, есть кому танковать, да как куча армора, 8 плюс 14, ДК практически ПКП, барабаны, почему бы и нет. Сейчас здесь, я думаю, еще Огр подойдет. Есть у Огра Blood Rust. Очень, кстати, интересная раскачка у Огра. За все эти дни шоу-матчи раскачки были абсолютно разные. Походу, Огр смотрел вместе с тобой StarLadder. Да, нет, ну там говорилось только про первый левел, а? Но... а, да. Да, но здесь все равно неплохо все. Подожгли Рошана. Так, ну тем временем у нас уже команда NNX стягивается потихонечку, я думаю, этот матч. Мы тоже будем освещать на этом канале. Я надеюсь, что нам дадут его именно на этом канале освещать. Что там случилось? Ну, NNX же им дали немного времени. А. Войне. Да.
подготовились там ребята. Ну, Dagger появился у Тайда. Да, теперь уже будут, может быть, какие-то неожиданные будут врывы, но... Не знаю. Вастилеру уже не... А, ТП несет. Я думал, там что-то более стоящее. Этот Мидас снайпера. Снайпер пока что абсолютно бесполезен. 900 хп, который просто залетает в него Кент. Один стан дает Огр. И все. Ой, смотри, как далеко полетел стан. Просто через всю карту, я не знаю, он уже куда-то улетел от меня. Это будет пушить бот. Я думаю, все-таки понимает команда КС Инт, что им нужно размениваться по таверам, потому что они спушили только один, да. Сейчас спушит второй. Ребята успеют ли отдефать? Нет, у них нет ТП. Не успеют отдефать. Ну, даже не будут уже пытаться. Уже несет даггер. Рубика есть даггер. Рецепт на урну у нас, ну, практически урна у Огра. Очень сильные сейчас команда Весна, ну, просто нереально сильные ребята. Ну да, у них все хорошо, но тут они и понимают они, что затягивать им абсолютно не нужно, потому что есть два Мидаса там. Да, затягивать и не надо, именно, потому что здесь есть ластилер, который очень жесткий керри влетит, здесь есть снайпер, который очень больно настреливает, здесь есть, в принципе, скаймаг, который может один на один убивать чуть ли не любого противника. Пошел Ревич. Достал он только лишь одного раздора, но это очень удачный плохо, да, это вообще неудачно. Кентавр решил не убивать раздора, убили... Ой-ой-ой-ой, сейчас можно забрать Драгонайта. Да, а у него была Егис, но все равно, да, я Егис. Думаю, второй раз его сейчас будут забирать. Да. Это минус 3. Надо же, говорили мы про неудачный врыв, но... Ну, во врыве был неудачный Ревидж. Да. А представь, если бы Ревидж был бы еще удачным. Ну, там да, бы вообще да, всех да. умяли, в том числе и Рубика с Огром, но ребята успели отойти. Ну, Рубик просто отбинкался, наверное. Стоял он все-таки как можно дальше. Ну и теперь. Лайфстиллер хочет что? У Лайфстиллера 3400 голды. Лайфстиллер хочет радиант. Сейчас еще прожмет Мидас, чуть подформит. А, нет, он просто башер покупает кликом. Ой, Лайфстиллер сейчас, конечно, тоже очень сильный. Башер райт кликом, это очень серьезно. Ну да, и как бы теперь этот Рубик просто, ну, если уж его поймает. А сейчас можно прямо его забирать. Open воды надо юзать. Open воды и забирать Рубика. Нет, телепорт. Ну, ожидали, наверное, телепорта. Там был контрастный шот еще, то есть еще замедление, Рубик бы никуда не делся. Нет, это понятно. Если Рубик прыгнул. Ладно, хорошо. Давай, Рубик. Ну не ожидали Скайверсмага тут. А что не ожидали? Тут один просто лайфстиллер прожал, убил и ушел. Даже Скаймак ему ничем и не помог. Ну, в принципе, да, конкассив шот был, но... Траволы появляются у снайпера, интересный артефакт. Снайпер что-то вообще какой-то очень веселый. Снайпер типа вот прожимает. Почувствовал, ну что, как к нему идет, вардов у него не было. Ну, снайпер хочет, я так понимаю, летать, фармить с тем, что у него есть... Ой, Драгонайта хватанули, БКБ есть у Драгонайта, форма. И сейчас нужно драться. Нет, вдвоем не некому тут драться, да. Только двое, никто не смог телепортироваться. Заставили прожать БКБ, а теперь БКБ не будет 7 секунд. А все это время, 7 секунд, это практически от КДшица Мидас. Там стилера, там еще у кого-то. То есть, еще дают время. Дают время выфрамить себе артефакты. Армлет будет появляться у стилера. Не знаю, что будет появляться у снайпера. Может быть, это изолятор, может быть, Мьёльнир. И то это неплохо. Снайпер, наверное, артефакт. Через Мьёльнир. Он хочет, я так понимаю, бегать и пушить. Форстаф у нас уже появляется у Кента через 150 голды, у Рубика у нас дакер, арканы, все неплохо, у Огра у нас арканы и урна, более-менее. Неплохой у нас ДК, БКБ у него есть, правда уже 9-секундная, но тем не менее, у снайпера все так себе, у Скаймага тоже одни арканы, у Тайда могло быть и лучше. Лайфстиллер 133 крипа уже выфармил, 21 минуту. Просто как бог фармит. Да, фармит он просто все, что фармится. А то, что не фармится, двигает и фармит, как говорится. Лайфстиллер, в общем, молодец. Лайфстиллер все успевает. И подраться, и пофармить и подраться. Это хороший лайфстиллер будет. 14 уровень у него. Уже 14, то есть его уже очень сложно убивать, у него 1500 хп, есть армор, есть еще этот рейдж. Не знаю, я хочу когда-нибудь либо сам попробовать, либо увидеть где-нибудь БКБ на лайфстиллере. Это же просто теперь 11 секунд БКБ всегда.
просто всегда 11 секунд БКБ. Почему это всегда? Если даже... А, ну, ну да, да, рейдж, да, 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 да. Рейдж это еще. То есть это просто парень, который вообще не будет чувствовать ничего за месси, выходить ну, в 20. В принципе, ну, есть смысл попробовать тут примерить на себя шкуру БКБ, но я где-то видел уже БКБ на лайфстиле. А я очень редко это видел, у меня не, вот там... я тоже очень редко, я тоже буквально пару раз. Ну и покупает он армлет, не знаю, лучше, по-моему, бы он уже начал собираться в Кирас. Это было бы намного полезнее и для Леорика. Леорик тоже, Леорик собирает Бладнейл, он будет потихонечку тоже выходить в керри. То есть здесь будет три персонажа, которые будут бить с руки, и... А здесь, ну здесь, в принципе, есть ТК, но опять же, ТК Разор это такая себе. Ну вот в прошлый раз, кстати, вот когда проиграли КС Инт, ты игру не видел, но там были очень такие персонажи, которые, у которых бил с руки только ДК. Вот, и все равно они смогли победить, то есть, а? Ну, я, да, я видел в конце только эту игру. Ну, вот, и все равно они смогли кое-как победить там. Один раз неправильно подрались ребята из, собственно, КС Инт. И Фоксхаунды, короче, прошли дальше благодаря этой неправильной драке. Ну, была... знаешь... Да-да. Ну, выговори. Ну, была там возможность, в общем, как-то, ну, еще перевернуть все обратно. Ой, Рубик Мастер прыгнул, прыгнул кентавр. И очень быстро разрывают. Ну, ой, еще. Моментально разорвали. Второго не цепанут. Ну. Ребята, все, отошли. Отошли, разорвали, отошли. Дают время подформить разоры. Разоры нужно БКБ. Без БКБ, я думаю, ребята никуда лезть не будут. У нас здесь поставь, да, кстати, появляется кента. Снова прожимает смока на развороте. Ой-ой-ой, а куда ты залез, Драгонайт? Он прожал БКБ опять. Да, так просто сразу идет со снайпером. Ну зачем? Нужно прожимать стан. Смотри, просто... Ой-ой-ой, Ravage! Ой-ой-ой, вот, вот сейчас серьезные проблемы у команды Весна. Разрыв. Да, это разрыв. Минус... Я говорю, пришел сюда Разор. Разора тоже сейчас убьют. Минус 4. Минус 4, 4-0 просто подрались. И, блин, огромные. Огромные проблемы у команды Весна. Ребята... И еще ставер заберут. И, может быть, у ребят сейчас два Мидаса. И кроме Мидасов этих куча просто голда лишнего. Который просто так им отдают ребята из Весны. И вот сейчас как бы огромные проблемы, говорю же, у Весны, потому что есть два Мидаса, ну, знаешь, и есть 15 киллов, да, по экспириенсу вроде... сколько там получается, а, где-то 7000. Вроде бы неплохо начиналось у Весны, но потом как-то они, не знаю, чуть подрасслабились, что ли. И по голде две а, сейчас стрелы бы... А, нет, все-таки Даггер прижимает. Нужно было конкассив шот. А, нет, не было конкассив шот у нас. Такая мага, ну да ладно. Ой, второй ульт, второй ульт заряжал снайпер или зарядил? Ну зачем? Я не понял, он все думал, что у него есть перерождение, что ли? Ну давай, да, еще давай Скаймаг подставься. Вот, привет, Скаймаг. А теперь ошибаются. Ага. Ну ладно, саппортов потеряли. Главное сейчас не потерять остальных, то есть нет, остальные уже успели тут разбежаться. Посмотри, как скакнули графики у нас в течение этих 6 минут, просто с минуса 4 до плюс 4 у КСИН. Да, а экспириенс уже больше 7500, два Мидаса все-таки дают, 16 уровень лайфстиллер, 15 уровень снайпер. Боже, какой же уже просто сильный лайфстиллер, сколько всего у него, 14 тысяч нетворса, все очень хорошо. У нас здесь сразу же Тайт начинает собирать рефреш, и практически Мьёльнир у нас у снайпера, снайпер тоже будет бить очень больно, но здесь ребята собирают Т2. Дэвид почему-то никто не идет. А, там нет ТП у нас у Лайстиллера, 17 секунд с него. Не будут драться, нет Реведжа. Отдали Тайфа, а сейчас зайдут на Т3, попробуют с формы ДК. Нет, не знаю, есть смысл заходить на Т3, просто сейчас, если они умирают, то точно все потеряно. Тайгер купил снайпер. Ну да, снайпер собрался. Ну точно, но подбить хотя бы можно. Лайстиллер пока не идет, Лайстиллер только-только сейчас начинает ТП, вот и нужно уходить. Вот Лайстиллер пошел драться, пофигу, он просто забил на всю тиму, пошел один драться. Очень больно, вот саппорты для Лайфстиллера просто мясо. Ладно, и просто у нас... Нет, не уйдут, не уйдет. Огр не уйдет точно. Нету, есть, через секунду будет Ravage, разбежались ребята, надо разбегаться им как можно сильнее, как ой, можно ширше. Такер пожать Рубик, и уходит он, да, и все уйдут. Ну, Тавер, можно было, конечно, и не заходить, но потом вышка просела, неплохо. Интересно, у нас играет снайпер Фурион. Фура снайпер получился такой. Даггер. Ну, какой-то закуп, да, интересный. Ну, это Даггер. Чтобы был эскейп, чтобы был. Ну, либо догонять кого-нибудь тоже. Ну, и неплохо. Догонять, помрать, ну, как Фурион, то есть, чтобы он бегал, сплитпушил и убегал. Это у нас пойдут на Т2, очень далеко только Тайд. Тайду нужно уже бежать.
Потому что если там сейчас нападут на этих ребят, то им будет мне забрывать без реведжа. Ой, запрыгнул кентавр сюда, просто отошел. Здесь же нет перерождения, можно было вполне по-быстрому попробовать убить. Нет, все, отойти. Нельзя драться без вышки. Отойти нужно разору. Разора есть уже БКБ. Бладласт у нас. О, супер башер купил себе лайфстиллер. Ну, теперь лайфстиллер еще сильнее, то есть одну цель он точно просто башит, убивает, и будет это, скорее всего, либо ДК, либо Разор. Ну. Ну, стараться нужно, да, конечно, да. Либо ДК, либо Разора. Заставить. Понимаешь, вот этого нечем хватать, этого лайфстиллера. Нету ни Бейна, никого, кто бы мог что-то с ним сделать. Пацан просто прожимает рейдж. Ну, есть Разор, который может насасывать. Ну, Разор-то да, но. В принципе, если Разор хорошо кинет линк вот этот свой, да, то нормально, Шторм Линк. Знаешь, или большинство... как он там называется, Шторм Линк? Сколько раз Разор не начал отсасывать урон, всегда это дело не у Ластилера, а у какого-то другого персонажа. Кентавр тут прыгнул, и кентавра сейчас нужно быстро убить. Есть такая возможность. Да, убивают кентавра, сейчас нужно убить быстро-быстро этого Разора. Не смог Рубик у нас воровать. Очень-очень жаль, что... Ой, лайфстиллера как убили сейчас. Лайфстиллер. Ну тут минус 3, но... И, нет, нужно уходить, тут будет сейчас и минус 5. Тут как бы есть снайпер, снайпер наваливает. Да, снайпер неплохо наваливает. Ой, убить. Ой. Два в пять. Да, убили лайфстиллера, все полетело в лайфстиллера, да, понятно. Да, убили Тайда. Зачем убивали Тайда, непонятно. Нужно было пытаться зафокусить снайпера. Стоял он, конечно, снайпер далеко, очень далеко. Да. Очень много денег сейчас у снайпера. Не знаю, сколько. Ну, лайфстиллер купил, в принципе, себе все, что ему нужно уже. Голда уже выфармили. То есть на 6 тысяч они опережают. По голде, по XP еще больше. Уже 12 тысяч разрыв. По XP у них... Сейчас должны быть у всех уже бешеные уровни. Просто 12-й Леорик, 17-й тут снайпер, 16-й лайфстиллер, 15-й тайтхантер и 11-й ржавый скайвротмаг. Вот. Тут, конечно, таких уровней нет. Тут даже нету 16-го УДК, даже нет ледяного дракона, 3-го ульта нету у Life or Dead, то есть у Разора, соответственно, саппорт 1-9, другого 11-го Рубик и кентавр 11-го уровня. Очень грустно, потому что у тайтхантера будет сейчас уже 3-й ревейдж. Вот, а у кентавра... Он не будет качать реверш. Почему? Потому что иначе ему не хватит маны на рефреш. Он собирает рефреш, не хватит? Он собирает рефреш, и он не будет качать следующий реверш. 225 маны — это оптимальный. То есть, если ты собираешь арканы, и потом сразу же рефрешер, да, мы не считаем, там ничего как бы не дает, просто там. Арканы и сразу же рефрешер, с третьим реверджем тебе не хватит маны, так что он не должен его качать, по идее. Здесь у нас ребята все правильно собираются делать. Пробуют они быстро забрать Рошана, пока не догадываются об этом ребята из КС Инт, но они все правильно делают. Не палят их тут движуху. Тогда у нас рефрешер уже совсем скоро, но снайпер, в чем вот, он там стоял, просто настреливал, и все. С ним ничего не сделаешь. Снайпер, если увидит, что к нему кто-то идет, он просто прожмет дагер, и все, и уйдет. И снайпер с каждой секунды все сильнее и сильнее, все больше у него урона, и... Шмотки будут появляться очень быстро за счет этого медаса, за счет его мобильности, за счет этих траволов. Очень мне нравится все-таки, как собрался снайпер. Очень хорошо он играет, и в первой игре он хорошо играл на Эмбер Спирите. А смотри, а тут у Брод Кинга уже обратка и Владимир. То есть с обраткой и Владимиром сейчас, то есть обратка это хорошо, Владимир сейчас поможет лайфстиллеру, поможет еще больше дэмэджа. Ну да, он раздаст всем, естественно, ауру урона, плюс, то есть будет он больше откидаться, ударяя оппонентов. Будет... А снайпер еще этот урон тоже неплохо так. Ну конечно, никакой урон в Dota 2 не бывает лишним, если он нанесен не тебе, соответственно. Так он собирает кирас, правильный артефакт. Манту купил себе снайпер, вот, то есть сейчас он будет настреливать втроем, так сказать. Но тут проблема ДК в том, что его жутко снайпер бьет с руки, если ДК ничего с этим сделать не может. Он собирает сейчас кирасу, будет еще плотнее, для него это неплохо. Нужно как-то заходить в тыл и убивать снайпера, потому что иначе все может быть очень плохо закончится. А снайпер не даст себя убить, потому что ты же сам сказал, что есть у него даггер. Так есть у кента даггер, он просто врывается, стан и все, и там нужно, я не знаю, какую реакцию обладать, чтобы успеть отблинковаться.
Ну, смотри, ну так у снайпера сейчас, знаешь, какая дальность? Снайпера сейчас дальность 950. То есть кентавру нужно еще как бы, ну, немножко подойти, он не сможет там стоять в безопасном радиусе. Вот сейчас разор Йо-йо, вышел, а вот и все. dagger step Ну да, и все. out. Как там иллюзии настреляли Рубику. Ну да. Нет, радиус у него это большой. Я говорю о том, что еще до начала драки зайти как-то в тилт, то есть где-то на нейтральной территории, там, например, здесь или где-нибудь вот тут, когда будут пушить или тут. То есть до самой драки именно зайти вот в этот тыл и попробовать первым раздрать снайпера, то есть самим инициировать. Не чтобы инициировал Тайт, а самим, потому что Ну, иначе просто. Тайт прокачал ульт, кстати, ты говорил, не прокачает, прокачал он Да. ульт, и не хватает ему сейчас маны, я примерно посчитал, по-моему, не хватает все-таки ему маны. Ну, если прожмет аркан, то хватит. Но опять же, там А, еще желательно, конечно, дать гаш. Желательно дать ну античастицу, это 1200 да, то маны. есть, понятное дело, что не особо хорошо, вот, забрали Рошана, Я чуть Аегис, ой, прокололся. Аегис у кого там, у Разора Аегис. Можно сейчас подраться, ребятам, 2000 есть у Разора, не знаю, что он Нужно хочет ловить купить. кого-то по одному. Лоб в лоб драться уже здесь не получится. Лоб в лоб ребята проиграют. Они должны понимать, что они должны как-то сами инициировать. У них есть огр, у них есть кент, не Разница по голде знаю, 10 тысяч, по экспириенсу два 15 тысяч. даггера, есть дизейбл, нужно как-то. Но тут сейчас, если будет, то будет только Вот. уже именно гэнгбэнг переворот, камбэк очень серьезный, потому Да. что... Потому что как бы там 15 и 10 тысяч, соответственно, это уже не шутки. Это не 5 тысяч, это не 6 тысяч, не 7 тысяч. Да, небольшая разница по киллам, но очень сильно фармят. Есть два мидаса, опять же, эти, которые уже к 33 минуте хорошо принесли денег своим владельцам. Вот. Такие они фермеры тут все. Лайфстиллера сейчас тоже скоро будет кираса. Хорошо бьет лайфстиллер, забрал он башню. А тут снайпера поймали. Вот, о чем я говорил. Просто есть инициация, нужно ловить этого снайпера, но. Ага. Шапнель. А он успеет? Нет, Нет, чуть-чуть не нет, нет. успел, он буквально Разор телепортнулся. сейчас отсыпет очень много голды. У него 3300, да, очень много отсыпало за снайпера. А тут ребята заходят уже на Т3, убили они огры, они знают, что Ну вот здесь видишь, угол они сделал один. пока ловили снайпера, Врываться вот зашли на этого. хайграунд. Вот этого пацана убивать. А, тут у ребят нет ТП, понятно. Не знаю, почему ребята здесь ходят без ТП, Рубик всегда должен по себе иметь, на всякий случай. Нет, да как без снайпера? Почему здесь ребята без снайпера? Что они хотят сделать? Тут Огр уже вот сейчас Ну, у будет, них а... есть два ревейджа, не забывай, да, об этом? Угу. Лайфстиллер решил не вылазить, просто цепанули ДК, есть... А что, Так это был... же БКБ я не прижал, не А успел он. почему был второй ревейдж, и как-то его как будто бы и не было? Что тут немножко не Да нет, доиграл он Тайт? был и попал там под АК. Разор просто стоит, сейчас он еще прожмет БКБ. А вот Ой, ну здесь все надо очень отсюда плохо. уходить, Здесь нужен зачем? кент. Зачем? Поверили в себя сейчас, ребята, без снайпера. Нужно На постараться минус убить 1, лайфстиллера, еще дальше. догоняет его Лайфстиллера. кентавр. Сейчас С кентавром он будет... будет драться, и кентавра Ладно. он убьет Кентавр, ульт. кентавра. Ульт должен прожимать кентавр. Но ульт же есть, друг. Да, Ульт прожимает прожимает ульт, кент. уходит, И вот, сейчас убивают еще да, Лайфстиллера. вот И видно. убивают у нас Тайда. И вот зачем, сказывается, надо было идти драться без снайпера. Ой, сейчас много очень Ой, а уровней там еще получили. Леорик. Просто на вражеской базе. Что он там делал? Ага, стан. Ага. Что это было? Это насколько в себя нужно было поверить, чтобы сделать вот такое вот? Просто насколько в Ребят, там себя сейчас нужно было стамина поверить? И турбомета. мид сейчас тоже неплохо будет пушиться, потому что едут тут две катапульты. Ну да, резнулся снайпер, конечно, сейчас он это все дело отпушит, но А если вот бы... рифмин, но это еще тимбай. Побили снайпера и четверо героев он будет, считай, бомбает. Я даже не что у них все уж очень плохо. Сейчас мы даже посмотрим на графике через какое-то время. Сейчас могут и снова найти снайпера. Снайпер. Цепляют снайпера. Стан. И это мин снайпер. Ой, мне кажется, сейчас нужно ставить паузу ребятам Конвейер. из КС Инт, потому что что-то они, Поверили в себя. да, поверили в себя, посыпались, нужно как-то им поговорить друг с другом, А вот собраться. теперь, давай посмотрим. Да, ну Да, понятно, вот что им нужно 5 как-то тысяч, то есть вернуться. сразу преимущество в 15 тысяч по опыту перешло в 5 тысяч по опыту. Ну, по голде, конечно, ну, не так все сильно изменилось. Но, Но ну а вот тебе пауза, кстати, кто поставил паузу?
Нет, поставим паузу кентавр, но это пауза как раз сейчас поможет CS Int. Они должны там что-то поговорить, да, должны решить, что им делать, потому что они что-то уж совсем конвейер у них пошел, все умирают. Но теперь у нас у кента появляется алибарда, а у снайпера нет БКБ. Хотя у снайпера есть, по-моему, манта, да? Да, у снайпера есть манта, сможет он снять с себя это алибарду, вроде манта снимает ее. Но тем не менее, алибарда есть. И снайпера теперь можно будет затыкать. Властелера смысла нет, у властелера там есть рейдж, и там все сложно. Но вот снайпера... Посмотрим дальше. Разор. 5400 голды. Это, скорее всего, будет Аганим. Будет еще 7 дэмэдж. 400 кирас у нас у Dragon Knight. Но он почти денег не получил за место, потому что он умер там очень быстро. Но все равно. У нас Рубик будет собирать БКБ. Есть у него еще форстав. Огрмак у нас у Куна форстав. Тут у нас тоже форстав. 3 форстав у нас у ребят. Могут они инициировать. Не нужно им это делать. Посмотрим. Тоже начинает собирать кирас, вернее, уже почти заканчивает. И прешер у Тайда. Но Блэд Мэйл, ну, пока что ничего не появилось на Рейд Кинга. И даже форстап еще до сих пор не появился. Да, у Рейд Кинга саппорта просто отличный закуп. Что у него должно еще появиться, я даже не знаю. То есть для саппорта... Мидас. А? Мидас? Мидас. Да. Не, ну, было бы, конечно, вообще здраво, чтобы он смог очень быстро выйти в этот... Да, в лейт керри уже успеть. Я думаю, он даже стать таким неплохим лейт керри в будущем. Ну, да. Так должно и быть. Ну да, то есть, в принципе, у него все есть. Для 36-й минуты игры, то есть, все у него есть. То есть, ну, тут кентавр, конечно, блин, вот алибарда кентавра... Сейчас очень сильно обломает, но есть рейдж у Лайстиллера. Ну, Лайстиллер-то ладно, он снайпер, это может быть проблема. Нужно врываться на снайпера. Мы, ребята, теперь поняли, что снайпера нужно убивать. Мы теперь поняли, что нужно гангать. Они как бы и гангают, пробуют, пытаются, но... И продолжается игра, кстати говоря, отжали паузу. Ой, у снайпера уже тем временем криты появились, и Мейлшторм, и криты, и Даггер, и Мидас. Вот это хороший артефакт. И находит у нас Леорика, но убить его нечем. А что с ним Рубик сделает? Если даже Леорик пойдет, я думаю, он успеет покурить у Рубика 97 урона. Вот здесь немножечко провтыкал Рубик, потому что он сейчас воровал стан. Он мог это сделать раньше, сбить ТП, там бы уже пришел Огр и пришел бы ДК, и можно было попробовать забрать. Потому что не было перерождения. А Рубик в итоге думал, что я уже все равно не собью, и напоследок сворвал, там оказался стан. Хотя там больше, в принципе, ничего и не могло оказаться, там 3 пассивки. Ну да. То есть тут немножечко Рубик протыкал, это неопытно, не знаю. Ну, может быть... Нет, почему провтыкал? Ну, может, он думал, что там не один Леорик. Да, я только об этом хотел сказать. Может быть, он думал, что там, конечно, Леорик не один. Но зато поставил неплохие варды, такие, ну, атакующие, два неплохих варда, можно... Попробовать теперь как-то пытаться подраться. Тут есть ДД. Сейчас если Лайстиллер возьмет ДД или снайпер возьмет ДД, не успеет все это зафокуситься. И ребята подерутся опять 5 в 0. Опасно может быть, в общем. Смотрим, у нас очень интересная игра. Драгонайту, наверное, нужно Тарасочку собрать. Я думаю, нет смысла ему уходить в урон. Снайпер у нас сейчас дайдал спирт. Но снайпер все 1400. 4 хп и нет у него, но снайпера пытаются ворваться, стан. Хороший стан по троим, снайпера убьют, снайпера нужно убивать. Снайпер сделал манту, не убили снайпера. Начал наваливать жестко лайфстиллер в разора. Прожимается у нас еще ой-ой-ой-ой, а вот сейчас-то все будут умирать. Сейчас все будут умирать, разор, уходи, разор. Нет, разор не собирается уходить, кончается БКБ. Сейчас его зацепят, будет стан от Леорика сразу же, да, стан. Все, и разора убивают, и я думаю, что это ГГ. Мне кажется, что это... Зачем начинать драться без ДК? Раз. Зачем... Ну, Шива... Я не знаю, насколько хороший выбор Шива на Разора. Правда, не нет, знаю. Шива на Разора выбор не очень хороший. Тут очень много пацанов, которые бьют с руки. Выкупился кентавр, попробует отдефать вместе с ДК. Но если сейчас они погибнут, будет вообще все очень плохо. Там есть еще два байбека, и, по-моему, их нужно делать. Хотя... Ну, либо просто давать в сторону. Хорошо, ДК. Хорошо, да, прожал ты. Ну, дальше что? Скелетон, это перерождение.
в рейд-кинг чат. А у Ластера нет ничего, Ластер сейчас умрет. Почему? Он залез в тайда, вылез из тайда, выкупил этот разор. Убить, попытаться... Что я вообще не понимаю. Постоянно какой-то расфокус, перефокус делают ребята. Надо уходить Тайдхантеру, есть у него даггер, есть ТП. Найдет. Успел. Ой-ой, да, успел. Молодец. Красавчик просто. Конвейер. Ну, были выкупы, потратили деньги ребята сейчас. Они все равно в минусе, да. Нет, хотя, в принципе, разор даже после байбека, он все равно в плюсе, надо же. Ну, разор сейчас убил. И, естественно, этим много чего добил. А ребята пошли вынуждать делать байбеки. А у Лестера-то нет байбека. Нет, уже все заканчивается форма ДК. Не получится у них быстро пропушить. И нет, у нас огонимого разора тоже. Был бы огоним, может быть, бы вышло быстро пропушить. Снайпер здесь у нас сплит пушит. Пытается как-то развести. Но здесь ребята заберут в сторону. Или, в принципе, есть байбек. У нас здесь подставляет Скаймак. Ну, Скаймак, что ж ты так? Вот так вот перефармить, ну да, я считаю, что ну теперь это точно камбэк весны. И КСН, вторая ошибка, опять они лидируют в игре. Тут кентавр снайпера прогнал, лидируют они всю игру и потом начинают просто проигрывать. Что-то не хватает ребятам именно дотянуть инициативу. Знаешь, что жалко, что проигравший вылетает? Да, я же говорю, ну вот вторая игра у КСН просто, и они... Сейчас ее хотят проиграть. Ну, команды, я как скажу, команды вроде бы сильные, одна и вторая. Кто-то вылетит, конечно, будет обидно, но кому-то это кипец. Теперь здесь ребята пошли дальше, уже в отмесочку воевать. Ну и тут как-то нужно что-то выдумывать. Ну, преимущество так, сейчас 10 тысяч по голде, а по XP да чуть поменьше, а по XP там фигня вообще, 5 тысяч каких-то жалких. Вот, это немного на 41-й минуте. Рошан. А вот Рошан это неплохо, неплохой выбор. Мне кажется, он сырный, а да, сейчас он сырный. Заметит Каймага, который идет в сторону Рошана. И должны прочитать, да, да, кликают, пошло. И Реведжа там только будет один. А, нет, уже два. Вот теперь, а Тайд, посмотри, какая просто позиция Тайда. Так они успеют забрать, Тайда отличная позиция. Нет, все, нужно отходить, нельзя драться сейчас уже, нужно сыр, принимать. Сыр нужно, да, сыр забрал. Ладно, ну... Чем БКБ... Решили зачем-то драться, а нет, отошел, потратил БКБ и отошел. Это БКБ, конечно, и стан сейчас еще получает, но если сейчас разор умрет, то точно ГГ. Нет, понимаю, что нужно отходить, конечно. Побил тут снайпер вышку, можно... А теперь крипы очень далеко в миде, линия пропущена, нужно обратно возвращаться, опять немножко... Не, ну для этого есть снайпер, у которого есть тревела. И если что, как бы он может вернуться, могут себе позволить, то есть, ребята, отсутствие одной линии, в принципе, на данной минуте, ну, это не особо хорошо, но позволительно, то есть, не нужно покупать уж АТПшечки какие-то, не нужно там занимать слот какой-то дополнительно, да, вот, а можно как бы жить и так, и вот смотри, у снайпера сейчас будет либо Дейдалус, либо, ну, этот супермолот Зевса, супермолот Тора, как угодно. Ну и теперь решающая драка. Реально драка решающая, потому что байбека у нас не будет разор. Разор нужно что-то покупать. Почему разор 3000 голды ничего еще не купил? Я вот ну тут Аегис у лайфстиллера и все очень плохо. У весны сейчас нет. А если в принципе всех убить, то этот лайфстиллер один там ничего не сделал. Прям вот один. Если правда всех убить и правильно разобраться, по-моему, ребятам... Куча у лайфстиллера сейчас вампиризма, просто куча. Если дать ему бить, то он будет нарезать, конечно, очень серьезно. Разора оставить нужно здесь, а самим вот так вот взять и в смоках зайти в тыл. Потому что иначе снайпер просто будет настреливать. Ой-ой-ой, ну хотел залезть. Ну смотри, вот расстреливают башню, да, снайпер расстреливает башню. Леори где-то побегал, есть у него ультимейт, можно и побегать. Можно ворваться, ну можно, да, вот, и подставляется, можно быстро выбивать. А у лайфстиллера зачем отдавать? Ну, хорошо, лайфстиллер, да, вот, а снайпер... Так что, и раскатили его, и просто забирать Аегис, нет, залезает он. Ну и убивать тебя, да, правильно, гнаться, все правильно делают, там, ребята. Там рефреш, вылез лайфстиллер, сейчас лайфстиллер заново появится. Лайфстиллера, ну да ладно.
Ой-ой-ой, пошли Реведжи, пошли Реведжи. Тревор Рубик, Рубик должен прожимать Реведж. Рубик, о, давай, Реведж от Рубика, на... Вот он Лайфстиллер, и теперь нужно как-то его забрали ДК, смотри, заберет сейчас Лайфстиллер просто разора, да, все, это нужно делать байбеки, покупается Драгонайт, приходит и хочет опять умереть, у него это неплохо получается, если говорить о смерти. И да, ультракилл делает лайфстиллер, сейчас лайфстиллер может сделать и рэмпейдж, но нет, не хочет лайфстиллер делать рэмпейдж. Ну почему там нельзя было лайфстиллер сразу убить Аегис, он там очень быстро убил еще кентавра, ну почему? Ну это еще не ГГ, да. Тут сейчас нужно, хотя вот теперь снайпер нет. Будет просто стоять. Нет, это минус второй лайн, минус третий лайн, ребята едут домой. Снайпер с мантой сейчас. Мне кажется, они из дома особо никуда и не уезжали, понимаешь? Хотя бы это радует, да, и сейчас команда «Весна», конечно, это грустно, что вылетают команды, когда команды вылетают, в мире плачет один маленький красивенький енотик, но «Весна» сейчас вылетает. И это, скорее всего, факт. Сейчас снайпер будет разрушать то, что разрушает. Очень много ошибок Рубик сыграл в этой игре, но просто потрясающе, на самом деле. Он там, ну как, не то, что прям, конечно, потрясающе, но он воровал Реведжа, воровал Эквара. И сейчас, ну вроде, представляешь, это они так подрались с Реведжем, что бы было без него. То есть Рубик очень много сделал для команды, но ребята тут не смогли. Хотя, посмотри, вторую сторону не спушили, дают шанс. Дают реально шанс. Нет, оставили, да, говорю, не стали, ну, бить, отошли все, решили еще фармить, ну... Но... Это может быть ошибка. Может быть ошибка. Ну и сыр есть у Врейскинга. Наверное, нужно передать этот сыр Лайфстиллеру. Мне кажется, это было бы здравым решением. Понятно, что сейчас ребята там намного сильнее из КС Инт, но если опять так же хорошо кангать, как-то, то есть, допустим, поймать снайпера без байбека, да? У снайпера нет байбека, он там будет 99 секунд сидеть в таверне, там, со своим 25-м уровнем почти. Там будет 100 секунд, да, сидеть он в таверне. За это время можно будет спушить вторую сторону, может быть, даже трон. Ну, снайпер сейчас будет очень серьезно, сейчас сразу у него появится и Дейдалус. То есть, у него есть 5200 голды. У Лайфстиллера сейчас появится, я не знаю, что у Лайфстиллера появится, как бы не рапира какая-нибудь, 8000 стоит он. Нет, Тараска у Лайфстиллера появляется. Лайфстиллер ну, теперь да. Еще сложнее будет давать. Хорошее решение. Ну, знаешь, вот... нужно ловить на ошибках. Это все-таки не такая уж профессиональная дота, да, у нас да, здесь... Да. Ну, понятно, да, потому что тут могут быть камбэки, гэнг-бэнг-перевороты, ну, рождаться просто из-за ошибок людей, да. Это, конечно, любительская дота, и тут может произойти все, что угодно, абсолютно. Но это даже интереснее, если честно. Тут нет, конечно, четких филигранных действий. Но то, что одна из команд может всегда перетягивать одеяло на себя, это, наверное, именно этого и стоит любительская дота. Да, на каких-нибудь Нави можно посмотреть. Можно посмотреть на какой-нибудь Фнатик, говнятик. Ну, круто. Рубика 100 голды до БКБ. Ему сейчас нужно продавать стики и покупать это БКБ. Потому что он сворует Реведж абсолютно безо всяких проблем, да, так он и делает. Все, теперь Реведж будет сворован точно, я думаю, 100%, если разве что сайт. Теперь нужно правильно прожать всем БКБ и не подставиться желательно под этот Реведж. Попробовать как-то быстро зафокусить Лайфстиллера или снайпера. Смотри, Лайфстиллер просто сейчас нагло заходит. Так у него сыр, что им бояться, он просто заходит. А, ну передали ему сыр, да, то, что я и говорил. Смотри, как он сейчас, вот он просел по ХП. Смотри, что вот снайпера сейчас можно зацепить. Снайпера нужно стараться сейчас убить, да, снайпера убьют. Почти убили кентавра. Вот то, что эта вонючая хрень, которая сейчас всех замедлит, умерла, это очень плохо. Два реведжа своровал, не своровал, Реведж Рубик был в откате, у него ультимейт, вот представь картину, опять, да? Катить этого пацана нужно. Лайфстиллер пытается драться, боже, очень все у него есть еще сыр, у него есть сыр. Блин, проблема, не успел прожать сыр, вот это интересно. Залез сюда Леорик, хотят убить. Выживает у нас... Снайпер, приперся снайпер, смотри. Нет, все-таки это ГГ. Да, это ГГ, потому что приперся снайпер, был у него байбек, оставил он деньги. Денег у него вообще куча. Даже оставлять было не на что, вот падает вторая сторона, да. Неплохая игра, но... Снайпер сказал то, что я сейчас припрусь. Видимо, и поэтому ребята не отходили, а лезли то есть дальше. Снайпер сделал байбек и пошел. А почему? Конечно... А почему они оставили сторону? Они, по-моему, хотят поиграть. Им просто нравится играть.
Они же, Я тоже об этом хотел они сказать. может, играют в клубе, и клуб им разрешил играть, ну, столько времени, пока не кончится игра, то есть нету временного, ну, то по окончании игры их выгонят. Они, может, просто хотят поиграть подольше в дотку. Ну, или там Весна написала в чат: ребята, мы понимаем, что мы проиграли, но дайте нам еще чуть-чуть поиграть, мы хотим. Ну, Весна-то, если бы написала в чат, только если в личку ВКонтакте, в чат-то бы мы увидели. Нет, в личку, в личку. А, ну в личку, может быть. Так, посмотрю я пока что у нас направлением стриме. Надеюсь, там ребят тоже не забудут сделать криншот. Ну да, ну посмотри, почему нет. Я сам хотел посмотреть, но раз ты меня избавил от этой обязанности, расскажи мне, как там вообще стрим. Так вот, у нас ничего интересного, но сейчас мы смотрим. Если кого рисуешь, у нас в последнее время. У тебя сейчас тупит интернет почему-то. Да, потому что я еще открыл второй стрим. Ну и что там интересного на втором стриме? А там у нас команда Dot заходит на ХГ. И они имеют преимущество. У них Void, Герокоптер, Сларк. В общем, очень сильный пик. Здесь у ребят не такой сильный, но я думаю, что здесь Dot выиграли. Я так думаю. Хотя... Ну не знаю, отошли, с его там они сыграли, но в общем. Если хотите больше подробностей, то уже тогда обращайтесь. Команда, это Черная Лошадь, да, заходила на ФГ, играю, на ХГ играет? Да, 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 против они играют против Фокс. Но там, ребята, потерянно, там если кто-то проигрывает, они не шанс. Все, выключай параллельный стрим, потому что интернета тебе не хватает совсем. Угу. Вот, ребята делают то, что нужно было делать раньше, врываться именно что на эти тыл. Но только уже быстрее это нужно делать. Боже, какой ужасный врыв. Вообще жесть. Ну смотри, все равно бегут они за снайпером. Ну сейчас, да, сейчас. Воровать Ревич. Ворован. Ой. Ой-ой-ой-ой, что, своровал, да, Ревич? Прожат был Ревич Рубиком. Ну что-то так, пока побили, по-моему, друг друга и разошлись. А нет, тут хочет убить Разора Тайт. Разор еще живет. Разор живет, он там... Ну сейчас просто в сторону спушит, это будет... Ну ладно. Нужно было разворачиваться ранее. Выкупается ДК. Ну теперь драться до конца, я думаю, уже другого возможности. Теперь просто, если вы сейчас выигрываете, то идти в мид. Ну да, ну сейчас... Ой-ой-ой, кайтить можно... Алибарду повесили, и он просто залезает в крипа, и вылезает, и начинает просто его убивать. Да-да-да, смотри, ну, да, ну, лайфстиллер просто, ну, он очень серьезный. Чё-то под 4000 у него, блядь, у него жизни, у него, я даже потекнулся, ну да, все это GG, да, блин, ну, поздравляем команду QSINT. Дальше они играют у нас в лузерах, и Весна выбывает с турнира. В первом матче лузеров выбывает сильнейшая, ну, одна из самых сильнейших команд турнира. Очень интересно. Турнир, видимо, будет еще более интригующим, чем кому-то хотелось бы. Нет, если такие интересные матчи у нас все-таки лузеров, то все-таки виннеров там еще лучше. Ну, пока не знаем, какой будет на следующий матч. Не отключайтесь, ребят, будет продолжение очень скоро, минут через 10. Ты скрин сделал? Да, я обрезал. Все, тогда скрин сделал.